финансовый монстр. Берегись за твою ошибку. Сорвем ошейники, загнав всех этих волков с Уолл-стрит в тупики. Сколько, сколько, сколько стоит жизни, финансовый монстр? Берегись за твою ошибку. Сорвем ошейники, загнав всех этих волков с Уолл-стрит в тупики. Сколько, сколько, сколько стоит жизни, финансовый монстр? Берегись за твою ошибку. Сорвем ошейники, загнав всех этих волков с Уолл-стрит в тупики. Без паники, прикинь, наш герой вроде не дилетант, но сейчас бы поспорил, ведь на груди жилетки с проводами детонирует закрепленный от смертника заряд. Да, не вариант, это плата за прогоревшие вклады. Финансы, рынки нещадны, там нет правды. Какой там всегда только ложь, выигрывает только тот, кто у власти в обмане хорош. Поспоришь, есть герои типа Ли Гейтса, но порой у таких оказывается ствол перед фейсом. Так что убейся, не веря чудесам, двигай в своем направлении, доверяй только своим мозгам. Я должен рассказать все, как было дальше сам. Наш смертник Кайл, насмотревшись советов, сыграл и прогорел, потеряв все ему которым, как видно, владел. А дальше не открытие, просто нечего терять. Ярость, возмездие, и надо шоу Гейтсов топтать в грязь. На миссию приготовился, собрав все, что нужно. И вот прямой эфир, шоумен с оружием у башки, и вам не будет грустно. Все ради справедливости, которая осталась где-то, умирая, сама набивает кошелек чей-то. Он должен выстояв узнать, кто виновник, и пусть, сука, кажется им покойник. Ведь памятник не поставят тут, узнает стоимость жизни в тисках, кто прав, пусть решит не горько. Сколько, сколько стоит жизни, финансовый монстр? Берегись за твою ошибку. Сорвем ошейники, загнав всех этих волков с Уолл-стрит в тупики. Сколько, сколько, сколько стоит жизни, финансовый монстр? Берегись за твою ошибку. Сорвем ошейники, загнав всех этих волков с Уолл-стрит в тупики. Мы люди, а не роботы, и у нас есть совесть. Я пытаюсь его спасти, а вы хотите убить? Мне нужны объяснения! Отследи деньги, найдешь заказчика. Теперь мы с тобой заодно, ты должен доверять мне. Не хочу, чтобы тебя пристрелили. О, Господи! Нет! Ты пришел узнать правду, и ты ее узнаешь. И вот они на пару с захваченным в заложники шоуменом в пределах камер и винтовок вещают таким же поставившим на все аборигеном, пройдясь где-то даже за пределом. Вскроют, что нельзя, несменно, хоть и не друзья, все верно, в смертельном танце, где непримиримость вырвут по-настоящему из этой системы свою справедливость. Сколько, сколько, сколько стоит жизнь, финансовый монстр? Берегись за твою ошибку. Срываем ошейники, загнав волков с Уолл-стрит в тупики. Сколько, сколько, сколько стоит жизнь, финансовый монстр? Берегись за твою ошибку.